Кстати, без проблем. Я много ругался, слышали, да? А этот человек показывает, как работать рамками. Ну, это бальзам, видите? Вот. Я боюсь открыть вот это, знаете почему? Как вам сказать-то? Я, так же, как он, призываю вас научиться владеть рамками. Вот. Учиться можно по книгам, по статьям. В принципе, все верно. Вот. Но нужен какой-то определенный, многолетний, многотысячноразовый опыт. Потому что, как бы сказать-то, мягко сказать, вот человек подошел и видит, что у него рамки вращаются. Все, сажаю сюда саженец. А я знаю, что туда садить нельзя. Поняли, да? Вот, и получается, можно, и не то, что все в рот календарь, как говорил этот классик, классический персонаж. Вот. А дело в том, что надо всерьез это дело вникать. Очень серьезно. Но, тем не менее, каждый раз, а это же касается дач, дача без проблем. Я в такие воспринимаю опыт и учебу с восторгом. Но только не навредите себе, ради Бога. Я просто предупредил. Я хотели правду. Я боюсь даже открывать этот фильм. Это не трудно, его можно найти даже по этому названию. Вот. Я просто ваше внимание обращаю. Везде можно навредить. Я прекрасно владею, пример привожу. Например, этим самым мальчиком, да? Обыкновенная гайка и работает рука. Вот. Предварительный диагноз надо его ставить еще до того, как ты пошел к врачу. Особенно позвоночник. Защемление позвоночника, вот, чем более, причем оно бывает как, поболело, перестало, но сбой произошел. Вот. А человек, у которого перестало болеть, зато у него нарушилась вот эта цепочка, то есть все идет от, там же находится командный пункт, он находится в этом самом, в мозге. Он командует, начиная сверху. Шейные позвонки, потом грудные позвонки, и пошло до копчика. Вот. И мы лечим очень часто не позвоночник, а то, что идет потом. А идет разбалансировка, это идет все к чертовой матери, все, что находится внутри нас. Ну, то, что мы называем, кто-то шутя ливером, поняли, да? Ну, как бы по-другому, внутренние органы. Вот. Поэтому еще раз, возьмите за свой позвоночник. Вот. И, возможно, возьмитесь это как? Массаж, разгрузить его. Специальное упражнение по разгрузке. Вот. И вполне возможно, что обойдется без операции, обойдется без лекарств. Как вчера было безнадежно. Мы просто не знаем, что электронная, не так, назовем это электрическая провода. У нас есть 7 чакр, на самом деле я это называю электрический шкаф, распределительный электрический шкаф. Ну, вы знаете, что такое, вот коридор выйдете, вот он, там, номер квартиры, вот, квартира номер 7, вот он шкаф распределительный. Дальше пошла, разводка пошла. Так и тут. Все начинается от этого самого, от костного мозга, это командный пункт. А когда его сигналы не доходят до печени, до почек, до желез, до этого представителя, ну, до всего, потом начинаются проблемы. Вот. Жаль, что если вот даже вот этого никто не знает, рамка этим маятником тем более не умеет работать, научитесь. Из вас очень много людей, должно быть 100%, но люди, у многих биополе отсутствует, просто отсутствует, и в их руках все безжизненно, и рамки безжизненные, и маятник безжизненный. Вот. Но хотя бы метр есть, 5-10 минут
упражнения, любые упражнения, шейные, там, руки, ноги, бедра, поясница, все это вращайте, 2-3 раза повышает себе поле, на небольшое время, на час, на два, вы берете в руки маятник, кладете болезненного человека плашмя, спиной кверху, и начинаете изучать его с помощью маятника, его позвонки. Вот. Где-то у вас, ну, чакры, вы знаете, да, они есть на всех учебниках, хотя это все не научно считается. Вот. Вспомните, где чакры находятся, тут, и еще в одном так интимном месте. Вот. Значит, но там действительно, если уж там маятник не работает, значит, у вас целое дело. А так, или когда лежишь на спине, на животе, ты эти чакры проверяешь, самое очень удобно. А когда лежишь на спине, а когда лежишь на животе, пройдешь по спинному мозгу. Но меня же никто не учил, это же так просто. Я не виноват, что маятник работает вот так вот. Когда действительно у человека яркое это самое, яркое излучение идет. И 3-4 метра биополя в спокойном состоянии. Вообще как живая машина. Ну все, это меня навеяло, то, что я видел человека с ранками. Мой совет пригодится, надо, чтобы нас стало больше. И ничего заумного. Еще раз, организм человека этого из метра. Рамки в руках человека, рамки, вот эти рамки, это стрелки вольтметра. Вот он заряжен, особенно если он белокаточник и с опытом. А если белокаточник без опыта, но результаты будут одинаковые, если знать, что вы хотите. Вот. И знать, что человек это все-таки просто-напросто, сколько их там, миллионы километров проводов, в любом месте, где вы себя уколите, вам будет больно. В любом месте, даже вот эти, даже мне вот сейчас больно, в любом месте есть эти самые энергетическая кромка сказана, нервные волокна, только тронь, нервные провода. Вот так наговорил. Попробуйте. Надо, чтобы нас было больше, а слепых, чтобы было меньше. Значит, я не стал бы все это вам рассказывать. Ну что, время наше истекло. Биополе, энергетическое поле вокруг живых организмов, которые многие следуют, считают ответственность за нашу жизнь. Это я так считаю, да. Я считаю, что биополе ответственно за нашу жизнь и здоровье. Есть биополе. Вы знаете, даже от злого взгляда можно заболеть. Не знаете? А многие болеют, но не знают. Самое страшное, почему у нас это не развивается. Помните, я говорил, один из моих постулатов. Только когда агро, университеты, институты и академии, которые где-то сельхоз в одном случае, агро в другом, только тогда, когда у них будет такая дисциплина, как биолокация, только тогда у нас садоводство двинется вперед. А что здесь написано? Официальное научное исследование не подтверждает, что сегодня биополь. Ну уж это так, любого человека из биополь. Не подтверждает. Ну что это такое? Ну уж это-то. Ведь это все, я ведь когда биополе пишу это, биополе, значит, данные науки. Да что же это такое? Как можно не увидеть, не это? Это-то. Биополе человека. Вся планета живая, вся. Еще бы сказать, сейчас договорю. Бабочки летят на 1000 километров. Откуда они знают, куда надо лететь? Гуси, утки, пернатая, вся эта рать за 1000 километров. Вот он родился. Вырос, стал на крыло. Собрали стаю, инстинкт. Куда стая должна лететь? Почему она летит правильно? Мне говорят, по силовым линиям. Так это и есть биополе. Ну скажите, что по линиям, силовым линиям биополе.
Как можно за 1000 километров плавать в океане, и вдруг однажды поступает команда, миллионы лососей собираются в стаи, и на этой планете, на этой за сотни тысяч километров находят ту единственную, даже не речку, а ручеек, который по воробью по колено, где он родился когда-то. Как? Я говорю, Земля живая, там все процессы, ну, сказать автоматизированы, это было бы правильно, но смеяться будете. На этой планете, на нашей все живой планете, все процессы роботизированы, так можно сказать. Ну, короче, автоматизированы. Ну, не могу по другому слову подобрать. Вот это вы должны знать. И относиться к ней к другому. Живая, не калечить ее. Спор идут, ну, тебе бросим атомную бомбу или нет, или обойдемся. Я перестал этим заниматься. Приверженцы биополя утверждают, что этот биоэнергетический поток можно измерить и использовать для диагностики и лечения. Лечение опасно. Руками лечить опасно для себя и даже для своих близких. А вот для диагностики, да, хотя бы здесь-то признайте, хотя бы диагностику-то признайте, что это реально, и что можно людям помочь, не доводя до операции, а?